Твери в онлайн-формате прошел всероссийский стартап-тур. Масштабное событие в сфере технологического предпринимательства, организованное инновационным центром Сколково. Областная столица – это первый из 9 городов, через которые в этом году пролегает маршрут стартап-тура. В рамках программы в Твери прошли дискуссии на темы технологические тренды, стартапы как драйвер инновационного развития корпораций. А также от идеи до бизнеса участие в образовательных сессиях принял председатель фонда Сколково Аркадий Дворкович, председатель совета директоров Сколково Ventures Пека Вильякайнин. Участников стартап-тура поприветствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Для нас это большая честь, что мы принимаем участие в этом мероприятии, которое уже проходит с 2011 года на территории Российской Федерации. У нас достаточно много компаний, предприниматели работают с очень хорошими компетенциями, и мы, видя такое активное развитие, такую, так сказать, активную работу, оказываем меры поддержки. Мы снизили в 3 раза размер налоговых ставок по предприятиям, которые работают в сфере IT-технологий, создали центр коммерческого сопровождения высокотехнологичного бизнеса. Во время стартап-тура представители правительства Тверской области и фонда Сколково запланировали еще один визит специалистов для разработки мер поддержки инновационных компаний Верхневолжья. В частности, планируется обсудить открытие на территории региона представительства фонда, которое сможет оказывать необходимую помощь местному бизнесу.